Привет всем любителям крышесносящих видеоигр, с вами Hedgehog Incorporated и Benjiro, собственной персоной, и мы проходим Shadow Warrior 2. В прошлой миссии мы почти вот чуть-чуть прям не достали Камико. Я думал, это наша Амиона вызвала вертолеты, но у нее нет вертолетов. Это оказался... я забыл, как его зовут. Ну и хуй с ним. Все равно он гандон. Так, я хотел сейчас посмотреть, что у нас по навыкам. У нас есть 2 очка навыка, можно что-нибудь вкачать. Например, исчезновение. Или выброс ци. Или захват тьмы. Или нет. Сумка для энергетических боеприпасов. Нет, подожди, я не хочу это. Смотри, у нас есть ярость теней. Да, я забыл, что он делает. Дает возможность превратиться в неудержимую машину убийства. Нажмите Z, когда шкала колодца духов будет полна. Подожди. Я не помню, чтоб я это брал вообще. Окей. У нас есть жало. Мощный колющий удар. Прекрасно. Выбор для схватки в рукопашную. Ну это да. Вообще, да, надо бы это качать. Но я прокачаю вихрь. Все равно мы вихрем часто пользуемся. Так что сейчас мы пойдем на задание. Зачем я вышел за меня? Блин, серьезно, ни одного дополнительного задания. Где качаться-то буду, а? Слышь. Выполнив это сюжетное задание, вы достигнете точки невозврата, и все незавершенные к этому моменту обычные задания станут недоступными. Да, у нас их и нет. Мы все выполнили. Все, что можно. Все выполнили. У нас с вами самое лучшее оружие. У нас с вами самые лучшие навыки прокачаны. Слышь, я не понял. Да. Песики, адская псина. Блин, я ничего не слышу. Мне приходится кричать в микрофон. Усиленный Торо. Торо. Да, твою мать, ты будешь бить? Они вообще что-то вообще... Вообще не бьют. Та-т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 а. Спокойно. Иди сюда, Торо. Иди сюда. Ну-ну-ну. Хрен тебе. Хрязь, ублюдки. Ага, так, взяли. Это не взяли, это взяли, деньги взяли, мана... Ману... Взяли. Шикарно. Это взяли. Угу. Патрончики нам всегда пригодятся. Блин, не знаю. Что-то хрень какая-то, если честно. Похожу-ка я с бензопилой. Так, денежка, тут денежка. О, отлично. Шикарно. И там ящик. Ящик, я чуть не упал. Ага, тут у нас 200 монеток, отлично. Нет, не 200 монеток, чуть больше. Еще 200, у нас 400 монеток. Ну ладно, сойдет, нормально. Так, тут у нас... Давно я не убивал некрокролика. Это не некрокролик. Ну ладно. Ладно. Ну что, ублюдки, вокруг меня собирайтесь. Алло, слышь? Да, я ждал вас. Ой. Там кто-то электрический. Серпентавр, мы его... По 2 удара будем делать. Постараемся, по крайней мере. Отлично. Один остался. Ну ты изи. Ты у нас изи. Наверное. Да. Все? Больше никого нет? Только рыбки плавают. Отлично. Манка. Хил. Та-та-та-та-та. Там аптечка. Я вижу аптечку. И нет. Вот. Отлично. Возьмем так.
И тут у нас что лежит? Тут что лежит? Тут что лежит? Я вижу. А, это ярость. А, одну секунду. Ярость пропала. А, так вот что это за хрень? А почему я им не пользовался раньше? Слышь? Спокойно. Ой-ой-ой. Еще кто? Еще кто? Вы еще. Чап-чап, мадафака. You make dying look so easy. Там есть хилка. Ради 10. Что? Что? В смысле? В смысле 141 здоровья? Эй, я не понял. В смысле 141 здоровья? У меня 150 было. Какого хрена? Меня наебали. Алло! Слышь, это нечестно. Меня обманули. Ты чё не хилишься? Окей. Зря взял. Очень-очень зря взял. Лорд-разрушитель. Блин, у меня... А, у меня стоит ледяное ядро на него. Да твою мать! Сколько можно? Бесит. Он типа босс? А, он босс. Да затрали пауки! У меня 3 здоровья! У меня 3 здоровья, оказывается. Я думал, у меня это нормально. Где хилка? Хилка. Еще хилка. Там должны быть... Там куча... Да клык, слышь! Ты задрал. А, на него это не действует. О! Ищите пауки. А! Какого? И я умер. Отлично. Этот бензомеч совершенно бесполезен. Я вам скажу. И меня прямо вот опять в самое пекло. Где он? Вот где он? Вот где? Куда меня тебе пошло? Где он? Какого? Он тут что ли? Где этот чертов ледяной великан? Мне его совсем чуть-чуть добить осталось. Блять, ну серьезно. Вы издеваетесь надо мной. Да пошли вы в жопу. А, вот он. Отлично. Да прыгай, Вэнг. Твою мать. Не лезь ко мне, когда я злой. Где этот чертов великан?
Реально издеваетесь надо мной? Я его почти добил. Я его почти добил. Где меня... Куда меня перенесли? А, нет, он сверху. Куда? Куда выше-то? Куда? Куда? А выше-то? Где? Как туда пройти? Кажется, я узнаю это место. Да, это все правда кажется знакомым. Серьезно? Знаком? Окей. Окей. Туда наверх можно забраться, вообще нет? Во! Во! Нашел! Блюдище. Вот так. Никогда не связывайся с Венгом. Автоматический гранатомет, он мне нахрен не нужен. У меня намного лучше есть. Если ты слушаешь Сининги Dull People Very Closely, очень близко, ты увидишь, что они все сумасшедшие в различии и различные интересные пути. И, блин, я не читал. Ну, что-то там сумасшедшие люди всегда интересные. Я с этим полностью согласен. Потому что обычные люди очень скучные. Серьезно. Лучше общаться с каким-нибудь сумасшедшим кретином, который не раз побывал в психушке, чем, не знаю, с твоей мамой. Потому что твоя мама очень скучная и очень жирная. Прямо сказанул эту фразу, надо прям в печеньку засунуть. Че возьмем? Возьмем электрошокер. Не будем всех рубить. А твою же мать, снова Медзу. Избавься от него. Ладно, ладно. Медзу. Лавенг, чем я обязан такому удовольствию? Я пришел не к тебе, никчемная куча бесовского дерьма. Я ищу главного якудзу, Аябуна. Аябуна, ты что, и правда думаешь, что он будет тут ошиваться? С головорезами вроде меня? Ты его знаешь? О, это весьма занятный персонаж. Что ты сделаешь, когда найдешь его? Отрежу от него парочку запчастей, мне тут нужна только одна. Но тут уж как пойдет, скажем так, это личное. Не думаю, что он даст тебе это сделать. Сломать можно кого угодно. С Мамуси Хейка этот номер прошел на ура. Ерунда. Она никогда не предала бы меня. Не предала его? Значит, ты... Нет. Это невозможно. Сказать правду больше нет смысла. Незаконно рожденное чадо окончательно разбило все мои попытки быть доброжелательным. Что? На зачем богам связываться с главарем Якудза? У меня были кое-какие интересы, у нее тоже. А, я тут понимаю. Ты предложил ей свои мускулы, чтобы она могла сохранить власть, она позволила тебе изнасиловать дочь. Красота. Я не думал, что ты поймешь. Да нет, я все понимаю. Власть за секс, соглашение старое, как мир. Эй, благодаря этой сделке у тебя даже ребенок появился. Это уж тебя заботить не должно. Что ж, мне приятно тебе об этом говорить, но папина доченька выросла, и она от тебя не в восторге. Чувства полукровки меня не очень-то волнуют. Я убью его! Убью намертво! Быть тебе дочуркой, если твой папашка бог даст, придет домой. Рад, что тебе повесело. Весь мир над тобой потешается, почему бы и тебе не поржать? Я могу в любой момент сделать посмешившим насильника. Это было деловое соглашение. Валяйся, копайся в дерьме, приятель, может ты прям поймешь. Раз уж ты решил связаться с моим сестрой, ничем не могу помочь. Ей двуличие подстать ее тупости. Ах да, я жутко сожалею, по никакой части моего тела тебе сегодня предложить не могу, Лавэнг. Но ты возвращайся, когда моя сестрица тебя кинет. Я люблю от души посмеяться. Жду тебя в старом офисе Мамуси Хейка под прачечной.
Отличное местечко. Да, чтоб ты знал, я не против накрахмаленных рубашек, только без фанатизма. Я от них чешусь. Хорошего денька, Абразина, покедова. И чё это? И всё? Слышь, я не понял. Нажмите пробел-пробел, чтобы выполнить двойной прыжок. Ага, спасибо, под конец игры мне это говорить. Нет бы какой-нибудь дельный совет. Блин, мне это заставили так делать. Что ж, это многое объясняет. Да, например, то, зачем мамусик Кейка отправил нас на это гребное задание, где мы типа совершенно случайно ее встретили. И то, почему я всю жизнь себя чувствовал черт знает кем. Но я рад, что эта история тебя кое-чему научила мне совершенство. Напомню, мы больше никогда не пускать тебя в свою голову. Довольно с меня этот долбанутый семейки. Ну уж твоя семейка явно лучше. Я сам по себе с 5 лет. Я их едва помню. Я со своими родичами провела 3 года, и мне не забыть ни единой мелочи. Погоди-ка, 3? То есть 33? Постой, это невозможно. Столкновение случилось 5 лет назад, а до этого Медзи никак не мог встретить твою мать. Ох ты что, правда? Тебе 3 года? В моей голове хозяйничает 3-летний демон. 3-летний полудемон. Один хрен, выходит какая-то фигня. Навестим твою тетку, может она украсит этот паршивый торт токсичной вишенкой. Что произошло? Так, неужели мне с ними сейчас сражаться надо? Неужели Амиона сейчас на меня натравит всех своих демонов? О, привет, Годзу. А ты че, мешок дерьма? Мой храбрый воин, ты вернулся ко мне. По страсти 80 уровня. Заткнись, хороших новостей я тебе не принес. Крушение надежды, есть лишь рука вселенной, чекочущая тебе живот. Рука я не добыл. Но ты жив, пока есть дыхание, есть надежда. Пока есть дыхание, есть и дерьмовые мотивирующие банальности. Я чем-то разозлил тебя. Не более, чем любое другое существо, из-за которого я чуть не сдох. Значит, Аябун доставил тебе неудобства? Только тем, что оказался бессмертным повелителем демонов. Аябун — это Медзу. Так и есть. Погоди, ты это знала? Это двуличная коварная мелкая... Это было очевидно, исходя из того, как он вел свои дела. Скажем так, во всем этом послеживается почерк моего брата. Но зачем ты... ты пыталась меня убить! Все сходится! О, нет, я никогда не желала зла тебе, мой благородный воин. Что ж, проявляется это довольно забавно. Однако я пытался убить ее. Я? Мою маленькую попутчицу. Камико. Именно. Моя гибель в процессе была бы прискорбным побочным эффектом. По этому поводу я чувствую себя кошмарно. Ах, ты бедняжка. Но кажется, я тебя недооценила. Ты выбрал мирный путь. Что? Как и твой брат. Неважно. Надеюсь, что моя совесть останется чистой, но отчаяние времена требует жестоких смертей. Годзу, милый. Да, моя госпожа. Не могу ты убить этого человека ради меня? Да, моя госпожа. Хороший мальчик. Прощай, Луэнг. Постарайся на этот раз остаться мертвым. Нет. Эй, постой, я просто предупреждение, когда я отсюда выберусь, уничтожу всю твою семейку. Я тем временем подержу твою куртку. Годзу. Годзу, ну мы же были... Серьезно! Годзу, ты ж был мне как брат! Хуёвый брат, но брат же! Ну, Годзу, Годзу, только попробуй, Годзу. Когда твою жопу насаживает наш дык, да еще бьют электричеством, это, наверное, незабываемое чувство. Блин, у меня патронов нет. Она взлетела. Ой-ой-ой-ой-ой. Папа, ра-ра-ра-ра-ра. Бежим, 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 все спокойно, все. Все хорошо, все нормально. Мне это не нужно, мне и это не нужно, мне и это не нужно бы. Мне дробовик нужен, да. Так, сначала вот этих вот назойливых шкур убьем. Затем убьем Торо. Несколько Торо. Назойливых кур убьем, я же сказал! Да мы
умри уже, курица. Она реально, блин, она... Куда? Куда? А, куда? Это что это вообще за хрень такая? Я до сих пор не понял. Я уже почти всю игру прошел, я до сих пор не понял, что это за курицы такие. 141. Почему 141? У меня 150 здоровья было. Какого хрена? Слышь, я ничего не понимаю. Какого хрена? Ты берись, да, берись. Тут у нас... Тут у нас... Печать? What the hell is this? А это что еще за фигня? Она запечатала с помощью энергии ци. Так, сними печать. По-моему, я кто, джин? Ох, прости, ты всего лишь дочь бессмертного существа из другого мира. Не хотел тебя переоценивать. Может быть, я смогу пробить защиту, но мне нужно сосредоточиться. Кофейные клизмы пробовала? Очень бодрят. Защита, что поможет мне направить цены. Попробую, но может поставить чайник на всякий случай. You know, your uncle wasn't too shabby with the chi magic. You think his sword could help? I don't see too many other options. Что-то я других вариантов действительно пока не вижу. А ты? Эй, ты ведь не думаешь, что эта штука может по-прежнему содержать его энергию, правда? О, как я свой сад можем магическим образом просто на душу разрешающим голосом обратить их тебе из могилы? Думаешь? Тс, погоди-ка. Слушай. Что я сейчас слушаю? Так звучит легковерность. Она шикарная. Ага, с этим мечом что-то происходит. Я не знаю, направляю через него энергию ци. Подними-ка. Ага, вот так, а ты... Ого! Спасибо, старина. Вы с племянницей неплохая команда. А? Да так, ничего. Мне дали клинок изгнания? Мне дали клинок изгнания? О боже, наконец-то мне дали нормальный клинок, серьезно. Ну, 101 урон. Та-та-та. 101 урон! 101 урон! И сейчас сделаем из него неубиваемую херню. Душу сгорания. 126. Подожди, там 129, по-моему, было. Да, 129, душа чувствительности и везения. И 148. 148 пока самое большое. 148. Меня не накрыло. Я это действительно вижу. Оу, бой. Странно. Что? Я думал, что вымышлись с этой комнаты, мы сможем телепортироваться, но статую я по-прежнему не чувствую. Как будто что-то мешает мне. А, может это те две сверкающие башни? Возможно. Пожалуй, разрушу их на всякий случай. А-та-та. А-та-та, я сказал! Окей. Шикарная хрень. Печать это только так разрушает. Годзу? Это ж Годзу. Нет, это Пузан. Как я мог спутать нашего братишку Годзу с Пузаном каким-то, а? Я люблю запах демонячих кишок по утрам. Так, Пузана мы первого убьем, потому что Пузан это Пузан. О, да. Режь, руби. Оу, бой. Еще один Пузан? Серьезно? 26, 23, 07. Немножко подхилимся, совсем чуть-чуть подхилимся. Еще немножко. Так, вас разрубаем только так. Ваша смерть заставляет чувствовать себя живым. Да, мы это все видели. Блин, он... Бесит. Чё? Не понял. Подожди. В смысле, урон при исчезновении. Чё за хрень? Я ж не брал. Я ж ничего не делал, я ничего не нажимал. Слышал? Он сам, я... Я серьезно, я отвечаю. У меня все время мой большой палец был на пробеле. Я не нажимал ничего. Я тебе отвечаю. Охренеть. Еще и автоматически меня в инвиз.
после убийства всех врагов. Это совершенно бессмысленно. Вот, одна башня разрушена. И такой глагол есть? Теперь да. Это правда изменило мою интерференциональную картину. Если я разрушу вторую, я, возможно, смогу достать ее. Разрушая всякие штуки, я приглашу свой страх перед импотенцией. Это невероятно позорливо. Я решил, что тебе можно доверять. Да, доверие — это первый признак любви ко всему живому. А, воевода. Ты типа в Пуджа хочешь поиграть, да? Или в кого? В Амуму, да? Нет, ну у нас просто никто в лол не играет, так что ладно. Решил меня подтянуть. Воевода, ты такой сильный, бычара, но почему-то я тебя только так режу, сучка такая. А нет, это ты меня только так режешь. Мне не помешало бы подхилиться. Мне не помешало бы уйти в инвиз еще, кстати. Но это... Нет, мне это бы помешало, потому что я всех уже убил. Манка. Манку съедим. Это поднимем. О, освежает. И денежки. Денежки — это самое главное. Так, там еще. Как я мог ее пропустить? Почему 141? Вы же видели, у нас было 150 хп. Какого хрена? И, кстати, я уже записываю 20 минут. Так что на половине этой миссии. Что-нибудь на площадь. Так, сначала так. Затем так. Я опять не посмотрел, что я делаю, да? А, понял, он автоматически меня в инвиз. Да, точно, после удачного убийства... Нет. Так, шамана первого убьем, потому что он призывает скелетов, которые ему помогают. И тут не один шаман, тут два шамана, окей. Люблю запах демонических кишок. Да, мы это уже слышали. Хватит повторяться. Блин, надо было... Да. Детка. Мы всех разнесли. Всех! Всех этих ублюдков разнесли. Бум! И башни нет! Ну как, погодка? Солнечная, можно пускаться в путь. Давай-ка наедем задницу какому-нибудь демону. Это мои собратья. Мы все чьи-нибудь собратья, но те, кто со мной связывается, сами виноваты. Правильно. Нельзя со мной связываться, когда я, сука, злой! Телепортация? Телепортация. Ларри, нам придется пойти к моему папаше. Должно быть другой выход. Перспектива иметь с ним дело парит меня меньше, чем тебя. Но Смит мертв, Годзу меня ненавидит, а Миона явно что-то обкурился. Ты знаешь еще кого-то? Он найдет способ извлечь из этого выгоду. В аферисты его юную подружку поиграем потом в свободное время. Ладно, мне надо кое-как вернуться к своей разбитой жизни. Сюда. Я хотел к Ларри, потому что я много всякого дерьма с собой принес. Ларри, у меня много всякого дерьма. Например, душа спешки белая, которая мне нахрен не нужна. И, например, аспект левитации, например. Это чё, радиусары? У меня все стоит уже. И тут у меня тоже все стоит. Мне ничего больше не надо. Мне ничего не надо. У меня все прекрасно в жизни. Так, нет, подожди, я еще хотел посмотреть, что ты продаешь. Масол, майор, Марвин, цигиноцит, одностаночник. Зуболит. Все. Патроны. Под патронами закупимся. У нас 77 000. Пойти в кузницу? Нет, в кузницу я не пойду. И нам уже пора заканчивать. Да. В общем, у нас сохранение уже есть.
мы, в принципе, сохранились. У нас есть ярость, которую мы открыли сегодня под конец игры. Так что, спасибо за просмотр, ставьте лайки, делитесь со своими друзьями, подписывайтесь на меня в Фейсбуке, Твиттере, все ссылки находятся в описании. И всего хорошего, играйте только в лучшие игры, шестоносящие игры, подобно этой игре. Она крутая, она реально охуенная, серьезно. Много ли охуенных игр выходило недавно? Call of Duty, Infinite Warfare. Да, он мне понравился, серьезно, он мне понравился. Это, наверное, один из годных Call of Duty, который выходил вообще за несколько лет. Я его записать не смогу, потому что у меня там 27 FPS играется. Ну, это уже видеокарта виновата. Скидывайтесь мне на новую видеокарту, пожалуйста. Я уже хочу играть в нормальные игры. Я не хочу записывать игры 10-летней давности. Ладно.